И я, добрый Гровер. Друзья, мы с вами не виделись уже почти 2 недели. И за это время произошли определенные изменения в моем боксе, да и в принципе в моей жизни тоже. Как бы об этом мы можем поговорить с вами в моем инстаграме, поэтому подписывайтесь на мой инстаграм. Если хотите задать какие-то вопросы, с удовольствием вам на них отвечу. Сейчас хочу показать более конкретно изменения, которые произошли за это время, что я сделал, что успел, что докупил, и поделиться с вами этим. В общем, начну с того, что я немножко переделал в боксе вот эту лямку. Я ее обрезал и установил вот такой вот карабин черный. Мне его любезно помогли пришить. Ну, в принципе, я бы сам справился, но спасибо за помощь моей семье. В общем, теперь намного удобнее подвешивать вот эту дверцу, когда вы открываете. Вам удобно застегивать его. Сейчас я открою и покажу вам, как это работает. Также я затянул стяжками один выходной канал вентиляции. Вот тут вот так я ее обрежу, чтобы было красиво, не мешало, для лучшей герметичности. В дальнейшем я планирую сделать еще одну манипуляцию. О ней я расскажу как-то в следующем видосе, когда я это все сделаю. Сейчас хочу еще показать. Я добавил вентилятор. Вот такой вот. С обратной стороны будет лучше видно, который работает от USB. Он сейчас временно у меня работает вот от такого пауэрбанка на 20 тысяч ампер часов. И его, кстати, хватает достаточно долго. Буквально на 2-2,5 дня. Ну, блин, больше не надо. Это говорит о том, что очень мало потребляет вентилятор, и это вообще не может не радовать, поскольку он выполняет свою функцию прекрасно, подает воздух в бокс. В принципе, можно было бы обойтись и без него, но, не знаю, мне с ним как-то поприкольнее. В общем, если захотите, тоже себе поставите. Прикольная штука. Напомню, что GrowBox у меня от компании Mars Hydra. Спасибо спонсорам с Mars Hydra за то, что подарили мне этот бокс. Я очень сильно им благодарен, поскольку очень хотелось начать снова дров, снова как-то вернуться на YouTube-канал, снимать эти все видосики, радоваться растениям. Это очень дорогого стоит. В общем, сейчас я открою бокс, покажу, что изменилось внутри, и вы сами все посмотрите. Небольшая перестановочка, добавилась полочка, теперь можно удобно разместить всю зеленуху на этой полке. В принципе, эти томаты уедут на задний двор, будут на улице, когда на улице будет лучше погода, настроится, выйдет солнышко, и они уедут на природку. Также я посадил уже одну семечку фотика от компании Aquagenetics. Спасибо ребятам за эти семки, это канадский производитель. Единственное, что очень сложно выговариваемое название, как по мне. Ну, может, это просто потому, что я накурен, кто его знает. Но я выбрал вот это, Durple Weeding Glue and Bloody Skunk. Очень интересно посмотреть, что с этого получится. И еще я выбрал Alien Dead. Блин, вот Alien Dead, очень интересно. Название прикольное. У меня есть вот такая мухоловка. Это тоже подарок. Я уже скормил этой мухоловке одну муху и одного паука. Надеюсь, я не перекормил, поскольку мне один подписчик сказал, что их нельзя перекармливать, а то они могут залянуть. В общем, я потихоньку начинаю обрастать всякими штуками. В принципе, в Канаде куча всякого барахла продается в магазинах. Есть специальные магазины, где можно просто потеряться в выборе всяких интересных девайсов. В общем, еще хотел упомянуть по поводу лампы. Друзья, оказывается, здесь встроен Wi-Fi модуль, и эту лампу можно сконнектить с Wi-Fi и управлять через телефон с помощью приложения. Прикольное приложение, пока не было времени как-то более подробно протестировать его, там заюзать, как-то разобраться, кто пользовался этим приложением и вообще пользовался этой лампой, напишите свое мнение. Это Mars Hydra RC-E4800. Ссылочки на лампу и на бокс я оставлю в описании. Очень интересно узнать будет ваше мнение, друзья. По поводу вентилятора, вот так вот он выглядит с этой стороны. И несмотря на свои маленькие размеры, он достаточно много надувает воздуха в бокс. В принципе, как я и говорил уже, можно было обойтись без него. Но, как по мне, реально он делает нужную функцию.
пока выключен основной вентилятор. Этот венчик я купил вообще на барахолке за 2 бакса. Он достаточно громкий, но свою функцию он делает. В дальнейшем я поставлю сюда более качественные вентиляторы, которые будут и работать намного тише. И вытяжку от Mars Hydra, когда именно, пока еще не решил. Я думаю, пока малышки подрастут, можно будет определиться уже и с вытяжкой, и с фильтром. Я думаю, в следующих видосах, в ближайших, мы уже ее увидим. Поразводил немного провода, поподвязывал по боксу, чтобы они не телепались. Ну, так выглядит намного красивее. Если вас что-то интересует, друзья, вы можете всегда написать мне в комментарии или подписаться на мой инстаграм и написать в инстаграме свои вопросы по поводу Грова, да и вообще просто, что вам интересно. К сожалению, у меня сейчас, друзья, как-то мало времени, поскольку очень много нужно сделать в Канаде дел всяких, и времени на контент реально просто не хватает. Надеюсь, в будущем это изменится, и видосы будут выходить регулярнее, более длинные и информативные. Спасибо, друзья, за понимание. Кто поставил палец вверх, огромная вам благодарность, друзья. Кто не поставил, блин, тоже вам благодарность за то, что посмотрели это видео аж на 4-ю или какую-то минуту. В общем, друзья, я с вами не прощаюсь. Скоро услышимся. Пока-пока.